Успех не приходит за один день. Это когда с каждым днем ты становишься немножко лучше, чем днем раньше. Все приходит постепенно. Именно это для себя поняла Зарина Турганова, успешный лидер сферы предпринимательства и экосистемы Forever Aloe Vera. Здоровье – это не только красота, это не только внешность, это гармоничное состояние, это улыбка. В здоровом теле живет здоровый дух. Она родилась и выросла в Ужской области, в Узгене. Мама Зарины работала медсестрой в городской поликлинике, а папа – прорабом в дорожно-строительном управлении. С ранних лет ей было дано усердие, поэтому она была успешной ученицей, активисткой, и ее жизненные принципы и тяга к самопознанию зародились еще в том далеком детстве. Меня всегда двигала моя мечта. Несмотря на все трудности, на все сложности, я не останавливалась, потому что у меня мечта огромная. И вот эта мечта меня никогда не останавливала, не давала покоя. Со своим будущим супругом, Советом, она была знакома со школьной скамьи. Притяжение возникло в старших классах, когда проявили для себя самые лучшие качества друг друга. Я с мужем познакомилась в школе, в 9 классе. И мы решили сразу же после окончания школы пожениться. Чем он покорил? Покорил тем, что он был всегда лидером в классе. Активным, целеустремленным. Конечно же, красивым. Зарина, она была активная в школе, волейболистка. И с первого взгляда я ее полюбил. И мы уже 27 лет вместе. Да, в твердости характера им не занимать. Ведь взрослая жизнь началась для них вдали от родины, когда решили пробовать свои силы в челночном бизнесе, привозить товары из Казахстана и сбывать на зарубежном рынке. В один прекрасный момент я начала заниматься своим здоровьем, потому что у меня уже были проблемы. У меня обнаружили мастопатию, и я как раз-таки встретилась с женщиной из Казахстана, она по профессии химбиолог. И она мне предложила эту продукцию, замечательную алоэ вера. Я начала изучать ее и поняла, что алоэ вера имеет очень много полезных свойств, и она из древних времен пользуется. И вот с тех пор я пью алоэ вера и чувствую себя прекрасно. Здоровье из-за тяжелого труда пошатнулось, и Зарине необходимо было восстановить силы. Она для себя сделала открытие благодаря продукции. Я рекомендую сначала найти свою мечту и цель. Ради чего ты готов двигаться? Ты готов ли работать над собой, меняться, учиться? Поэтому, я думаю, сначала нужно найти мечту. С тех пор и связала жизнь с этой компанией. Выстроила концепцию и стратегию, благодаря чему создала команду. Через разные ресурсы мы собрали соратников. И благодаря мощной системе обучающей мы создали сильных лидеров. А это международный эксперт-онколог-реабилитолог Чингис Николаевич Мустафин, который проводит для команды Зарины и Советбека тренинг по реабилитации и омоложению. Алоэ издревле. Известный продукт, обладающий и бактерицидным, и успокаивающим, и стабилизирующим действием. И об этом знали древние, и знаем мы об этом сейчас. Поэтому все, что производится из алоэ, действительно для человека близко, знакомо и понятно. Это биосовместимый продукт, который заложен в нашей генетической памяти. И организм знает, что это такое. Поэтому любое пользование этой продукции дает возможность нам получать максимальную пользу от этого продукта.
Спектр продукции огромен, и на каждую причину есть свои показатели. В основе каждого продукта заложены экологические микроэлементы. Историки утверждают, что чудодейственные свойства растения алоэ были известны еще лекарям Древнего Египта. Его активно используют в качестве основного или вспомогательного лекарственного средства для лечения и профилактики сотен заболеваний на протяжении многих веков. Известно, что сок этого удивительного растения – основа современной продукции с алоэ вера, имеет доказанные бактерицидные, противогрибковые и антивирусные свойства. Это делает его не только превосходным вспомогательным препаратом при купировании разного рода воспалительных процессов, но и отличным профилактическим средством. Когда я ознакомилась с продукцией, убедилась в качестве продукции, убедилась, что именно в маркетинге есть очень большой успех, конечно, я начала заниматься этим бизнесом. Муж вначале не поддерживал, потому что у него не было информации об этой индустрии. Мы начали хорошо изучать, он увидел результат моего здоровья, и он тоже начал принимать эту продукцию. И потом мы начали углубленно заниматься собой, начали употреблять и начали посещать семинары, форумы алоэ вера. Создатели компании максимально качественно стараются инвестировать в духовную составляющую сотрудников, нанимают коуч-тренеров, устраивают зарубежные путешествия, презентуют новые и новые продукты. В какой-то момент мы с мужем уехали в Россию мигрантами, оставив своих детей у своих родителей. И, конечно же, были сложности. Я очень сильно скучала по своим детям. Мы работали на кого-то. Я поняла, что работая на кого-то, живя от зарплаты до зарплаты, я никогда не осуществлю свою мечту. И мы приняли решение заниматься собой. И мы двигаемся по карьерной лестнице. Мы обучаемся у сильных лидеров, у успешных людей. И мы работаем над собой, потому что у нас всегда новые цели, новые планы, новые мечты. В этой команде собрались не только представители разных сфер, но и медицины. Ко мне приходит очень много пациентов различными заболеваниями, различными диагнозами. Так как остеопат-вертебролог, я, кроме моего профессионализма, очень нужны добавки, питательные вещества для стимуляции организма. Это и есть алоэ вера, эффективно, очень сжатое время, очень хорошо помогающие. Например, хондроитин, глюкозамин незаменимые. Самое главное, хондропротекторами является для усвоения, освоения микроэлементов, жизненно важные в виде кальция, магния, фосфора, цинка и так далее, подобно к этому. Для этого я вот знаком с алоэ вера, очень хорошо и эффективно помогает. Диетология давно привлекла взоры общественности. Нутрициологи приходят к выводу, чем раньше ты начнешь следить за питанием и ведешь в рацион биологические добавки, тем эффективнее будет результат. Основателем компании является Рекс Мон. Он основал эту компанию в 1978 году. Это удивительный человек, у него очень большое сердце. И слоган этой компании – «Сила forever, сила любви». Он настолько любит людей. Рекс Мон дважды нас пригласил в Америку, но мы из-за визы не смогли попасть. Сейчас основателем компании является его сын Грег Мон, и мы часто встречаемся с ним за границей. И Грег Мон тоже говорит: «Я самое главное получил от отца – любить людей».
Сок растения является натуральным антибиотиком и эффективным антиоксидантом. Именно поэтому он включен в состав кремов, шампуней и других косметических средств и парфюмерии как основной действующий компонент. Благодаря своим поистине волшебным свойствам, продукция на основе алоэ вера, созданная по уникальной запатентованной технологии, при регулярном использовании гарантирует видимый результат уже через несколько дней с момента начала применения. Кожа рук, лица, век разглаживается, становится более упругой, волосы наполняются жизненной силой, десны укрепляются и прекращают кровоточить, при чистке зубная эмаль отбеливается и становится прочнее. Обладает таким мощным, очищающим, дающим энергию и питание для организма действием, потому что это высококачественная биологически активная добавка. Меня очень сильно удивило, что несколько продукций Forever они получили Нобелевскую премию. И также есть средства личной гигиены и брендовая уходовая косметика, которой мы уже 3 года со всей семьей пользуемся, и мы очень довольны. Я здесь духовно вырос. Весь командный дух, саморазвитие поднялось. И благодаря этой компании мы растем и будем дальше расти. Зарина и Совет собрали вокруг себя сплоченную команду в несколько тысяч человек. Все основано на культуре правильного питания. Зарина очень мудрая, целеустремленная женщина. Мы вместе в одном команде. Я очень благодарна. До Forever, если честно сказать, я никогда не путешествовала. Вот благодаря Forever я уже начала путешествовать вместе с детьми, с мамой. Я во многих странах побывала: в Турции, в Индонезии, в Малайзии, в Кипре, в Африке. И вот я через Forever еще пополняю свой интеллект. Мне нравится маркетинг-план Forever. Это такой удобный бизнес, сидя дома, можно зарабатывать деньги. Зарина Турганова успевает абсолютно все. Быть в сфере бизнеса, маркетинга, да и семью не обделяет вниманием. Для семейного застолья находит время приготовить самсы и угостить детей. Менталитет в нашей стране таков, что мы работаем на благосостояние, забывая о своем здоровье. И только потом мы тратим все свои средства, чтобы восстановить свое здоровье. Я рекомендую, чтобы мы заботились о себе в юные годы, чтобы в старости наслаждаться жизнью. Каждое утро Зарины начинается с сока алоэ и принятия RG+. Создатель этой формулы завоевал Нобелевскую премию. Из продукции, конечно, мне все нравится, но я обратила внимание на то, что у нас есть такой продукт RG+. И профессор Ферит Мур в 1997 году получил Нобелевскую премию за открытие этой формулы. Именно по этой формуле создали RG+. И я пью это RG+ каждый день утром, также мои родители. И благодаря соку алоэ и RG мои родители чувствуют себя лучше. Очень мы любим, мы сами принимаем, и наши 4 сыновья любят. Когда эта продукция не останет дома, они просят, прям настаивают, что они полюбили эту продукцию. ...27 лет совместной жизни, яркий показатель возвышенных чувств и пример того, как необходимо жить в любви и согласии. Не просто существовать рядом друг с другом, а слышать и смотреть в одну сторону.
Наши наставники приглашали нас в Испанию, но мы не попали в Испанию. И сейчас мы находимся в театре, это испанское фламинго, это танец любви, страсти. Ну, мы под впечатление, нам очень понравилось. Катание на лошадях – их излюбленное занятие. Они словно встретились вчера, познают, интересуются, сообща всем, что привлекает их взор. Если вы хотите добиться успеха, избегайте шести пороков – сонливости, лени, страха, гнева, праздности и нерешительности. Это все то, чего лишена Зарина Турганова, лидер компании «Алоэ Вера», которая спешит по своей жизненной траектории. Йога, работа, дети, супруг, хобби. И много целей впереди, которые она простроила для себя и знает, куда идти и чего добиться. Какой я вижу себя через 10 лет? Конечно же, успешной, счастливой, с рядом с моим супругом. Я добьюсь очень многих своих целей, которые поставила сейчас. Конечно, я буду молодой, красивой, благодаря продукции «Алоэ Вера», потому что «Алоэ Вера» обновляет клетки, омолаживает наш организм. И буду очень успешной. Быть успешным – это значит преуспеть во многом. Закройте за собой дверь страха, и вы быстро увидите, как дверь успеха откроется перед вами. Зарина Турганова успешно продвигает бренд компании, и ей известны все тяготы судьбы не понаслышке. Труд, помноженный на труд – это девиз ее жизни.